Ставка на качество, сервис и непрерывное развитие. Группа компаний РГ производит сложную гидравлическую спецтехнику для разных отраслей страны. Чем уникально люберецкое предприятие, узнавал Александр Колганов. Этой спецтехникой пользуются крупнейшие региональные операторы по обращению с отходами. Группа компаний РГ разрабатывает и производит самые современные мусоровозы в стране. За год здесь делают 350 таких машин. Мощностей хватает на 500. На таких предприятиях непросто, но надо и на рынке удержаться, технологию развивать, качество поддерживать и ценовая политика. Здесь всего много, много составляющих. Но предприятия держатся на плаву. Я оцениваю, что они на сегодняшнем рынке, именно в этом сегменте, где-то входят в тройку. Третьи, вторые, в чем-то первые. Это замечательно, поэтому мы будем всячески подобное поддерживать. Группа компаний РГ сегодня – это 25 лет опыта на российском рынке, более 400 специалистов. Накопленные знания позволяют производить не только коммунальное оборудование. Мы считаем себя экспертами в гидроприводе и гидроавтоматике. Соответственно, все, что в промышленности гидрофицировано, имеет гидравлический привод – все это наша специализация. Мы делаем сложнейшие гидроцилиндры, сложнейшие комплексы приводов, компьютеры управления этими приводами. 11 лет назад гидроцилиндры, произведенные на этом предприятии, помогли восстановить Саяно-Шушенскую ГЭС после крупной аварии. Тогда с объемом и сложностью заказа смог справиться только этот завод. К нам обращаются всегда, когда нужно серьезное качество. Слава богу, производители гидравлики – это не космическая отрасль, их много. Но когда нужно то, что будет работать без человека, надежно, в очень ответственных ситуациях, тогда обращаются к нам. Заказчики предприятия – крупные металлургические заводы, производители сельскохозяйственной, дорожной и крановой спецтехники. С активным внедрением импортозамещения компания начала поставки гидроагрегатов для карьерного оборудования. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.